приподнятое, боевое. Да? Очень нас ребенок ждал, похода в первый класс. Прям с вечера, когда уже. Денечки считал, зачеркивал. Да, именно вот так, да. Учительница показалась очень добра, и с черными волосами такими, как у меня. Что пятерок. С вечера вели кудри, заплетали маленькие косички. В общем, а с утра спокойненько заплелись. Трепет, волнение, переживания. Все-таки первый раз в жизни у нас такое произошло, долгожданное событие. С настроением хорошим, но волнительным очень. Так волнуюсь, встреча с новыми ребятами, так волнительно. Новый класс, новые учителя, все это очень-очень... тревожит сердце. Надеемся, что все будет хорошо. Школа очень красивая, современная. Таких у нас в городе, наверное, пожалуй, и нет. Раз, два, три. Школьная жизнь летит! Просто дух захватывает от той радости, которую испытывают родители, педагоги, когда переступает порог. Это красавицы школы, равные которой по своим техническим возможностям, просто ни в Вологодской области, ни в стране, наверное, нет. Это школа, школа будущего. Это школа, которая дает дорогу нашим детям получить прекрасное образование. Это школа, которая самый молодой педагогический коллектив в Вологодской области. Это школа, школа будущего.